Приветствую с геймера, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Японии Сайс 4 за Речь Посполитую, выполняем ачивочку World Conquer. Так, ну что, сегодня бьем, пожалуй, самого мощного из оставшихся противников. Коли Малаку мы ушибли неплохо, осталось по сути нам Сунда, ребятки, из таких достаточно сильных стран, потому что Бахмани, они вон в раздорах, с ними будет простенько. Кстати, хорошо, что с Польской Австралией получилось договориться, я тут посмотрел, Дели он как-то не очень хорошо к нам относится, а еще, кстати, Тибету что-то тоже не нравится в моих действиях, надо будет с ними улучшить отношения. Я еще желание свободы у одного из этих субъектов понизил немножечко. Вот, так, у меня еще экономика. Так, у меня есть еще же этот. Как его? Так, торговля. Купец. Сейчас отправим его куда-нибудь. В нормальные места. Он можно в Вену, например, отправить. Сейчас как его зовут. Вот он. Отправился. Так. О, доступное разрешение. Постройка каналов доступна. Так, ну, знаете, самый такой канал, который нам бы сейчас пригодился реально, это Суэцкий. Его построим железобетонно. Так, 30 тысяч постройка Панамского, 10 тысяч постройка Кильского. Ну, Кильский вообще нафиг не надо нам уже, честно говоря. Вот Панамский можно тоже поставить, построить. Есть маленькая вероятность, что он понадобится, но, наверное, все-таки не нужен будет он нам. Но все-таки денег куры не клюют, так почему бы и нет. Можно и Кильский в придачу. Там, по-моему, если все три канала сделать, какая-то ачивка должна быть. Давайте попробуем, ладно. Все каналы построим. Так, Лансанг мы немножечко потом тогда потерроризируем, коли Тибет тут не очень хорошо к нам относится, да и вообще что-то печалька как-то с ним. Нападем в первую очередь мы на Сунду. Сейчас я только свой флот найду, что-то я его потерял куда-то. О, флотилия. А, вот он, плавает. Отлично. Потому что у Сунды тут где-то флот такой нехилый плавает. Но по техам дипломатическим мы примерно одинаковы, поэтому... Поэтому, я думаю, для нас не будет большой проблемой сразиться с флотом Сунды. Так, единственное, вот этих парней надо домой отправить. Так. Еще сегодня повоюем с госпитальерами. Эти падлы начали крепости, потому что возводить. Надо бы пресекнуть это дело. Так. Здесь, ну, с Колумбиями всякими, это уже все решено делать. То же самое с Мексикой. Да и Бритахия уже почти не опасно. Вот. У меня тут люди есть с гуронами. С гуронами мы повоюем обязательно в этом эпизоде. Да и вообще с окрестными индейцами их уже можно добивать. Это, кроме тех, с которыми у меня протекторат есть. Так. Ну что? Так, еще Техут тут в живых остался. Поддерживать независимость от Дели. Сколько у него там развития? Ну, такое. Посредственно. Ладно, будет в остальном списке, где-то в самом конце, когда мы всех негодяев поубиваем, займемся малышами, типа Техута. Кто еще там остался? Персия, Оман и Ливоны. Ливонский орден 1100 имеет гарнизон до сих пор, так что... А, нет, не 1100, у него на консервации крепости. Ну и ладно, можно тогда прямо сейчас на него напасть. Сколько крепость на консервации находится. Куда-нибудь в Лакталию пойти. И вот этих ребят на подстраховку перебросить. Все. Так, с Тибетом надо улучшить отношения будет. Но сперва нападем на кого-нибудь. Нападем на... Наверное, на Сунду самый первый нападем. Нападем на Сунду через Тернате. Так будет удобней. Объявить войну империализм. По-моему, еще на Тернате у нас есть какая-то задача. Так.
Ну-ка. Баг исправили, интересно, парадокс. Можно пойти в атаку вот сюда? Нет, поверю этим отрядом. Так. Тут сейчас ребята вернутся, и мы пойдем крепости осаждать. У сундыка и постей что-то до хера. Так. Меня там Британия бьет соперником. Да я вообще хрен. Соперник там кто-то, нет? Ой, наш корабли гасят. Это печалько. Бенгалия подписала договор о независимости. Дели. Так. Ясно, так мне тут в чатике кто-то что-то написал. Сейчас. А, это по учебе. Ясно. Так. Ну что, сейчас мы что сделаем? Так, вот эти ребята все отходят. Ну, в принципе. В принципе-то что, останется пока подождать тогда. Да. Вот так вот. Так. Так, все. Я готов к труду и обороне. Че, погрузились? Молодцы. Так. Ну все, теперь их, по идее, можно транспортировать, нет? Без особенных таких проблем. Так. А вот эти ребята, нет, их придется домой вот тоже возвращать. Так. Угу. Вот. Так, это у нас кто? Гаити? Понятно все. С вами. Топайте живее. Так, мы еще религию можем поменять у кого-то. Месяц, кстати, прошел. Можно нападать еще на кого-то. Тридцатка еще не дошла. Пойдем тогда на госпитальеров. Так, тут. У них командующего нету. У нас, в принципе, тоже командующего нету. Поэтому можно, думаю, напасть без генерала тут. Так, занять столицу Газа. Так, тут люди вернулись, пойдем осаждать сундинские территории. К счастью, крепости по 6 тысяч, да? Да, все по 6 вижу. По 8. А, нет, по 8 есть. Есть по 8. Ну, столица у них 1000. Так. Тут, кстати, у нас есть некоторое количество войск. Можно их перебросить сюда. Тут 6 тысяч. В общем, в разнобой у них крепости 6-8 тысяч. Вот Тернате. Тут какая-то дичь есть. Крепость на 1000. У Сунды много, вот это неудобно. Вообще на Сунду я хотел напасть после социализации Гаити, но... И, судя по всему, у нас будет две войны с ними, поэтому... Решил, что ладно. Черт с ним. Торговцы взволнованы. Давайте мне мнение Клеви. Хорошее. Чтобы было... Так, а тебе там все-таки помогает, он нас любит. Отлично. Спасибо тебе, Тибет. Я очень рад, что ты не жопишься пока. Так. Вот этих ребят, значит, надо погрузить на корабли, сожжать за газу. Мы выиграли, куда там они отступают? Да, в принципе, куда бы они ни отступали, они ничего не возьмут. Серьезно. Ой, ты грузочный генерал. Это опасное предприятие, конечно, затея. Грузочного генерала бить. А вон сейчас штиря подойдет. Ахинские крестьяне. Так, там у нас вообще все спокойно. Должно быть. Сейчас вот тридцатка подойдет. Нападем на ливонов еще. Ой! Кого-то убили.
А, тут, короче, у них вся армия здесь находилась. Я просто не знал этого. Ну ладно, что с ними бывает. Небольшая неприятность просто. Тогда сюда их скинем, тридцаточку. Надо будет забрать еще отсюда войска, перебросить их на какие-нибудь острова из жопы мира. Миссия наша взять все крепости. Ну или большинство. Вот. Возьмем все крепости, а там уже проще по энергии будет. С этой сундой. Так, ну то, что мы тут проиграли, ежу понятно. Они еще пойдут захватывать наши островки маленькие. Там ни одной крепости нет. У меня не такие психи, чтобы возводить их повсюду. Так. Ну, кстати, коли они содержат столько крепостей, у них, видимо, не 2 копейки казна. Так что интересные дела тут могут быть. Так. Посмотрите. Бахмане тут где-то. А, нет, показалось. У них вообще нет гарнизона поскольку по 10 тысяч, как у Дели. Так что тут вообще классно. О, Дели нас любит. Видали? Дели нас обожает теперь. Так, Гондвана еще жива немножко. Хер с ней, с Гондваной, с этой. Нападаем на Бахмани. В общем, отдадим немножко Дели, немножко Австралии своей отдадим. Территории. А тут будем без генералов. Много войск бросать не стану. Пускай будет столько, сколько у нас тут есть. Дополнительное подкрепление звать не буду. Сражение выиграли там Сунда плавало. Так, еще 40 чем-то тысяч, но их надо просто вот сюда на подстраховку перебросить войска. Эти. Чтобы они в случае чего нам могли помочь, если сюда пойдет 1100. Надеюсь, такого не произойдет. Сейчас месяцок еще пройдет, нападем на Гуронов. И да, кстати, надо посмотреть по поводу бенгальские сепаратисты. Ага. Надо будет посмотреть по поводу этих, как они там называются. Чё-то смысл сбился. А, по поводу Перу, по поводу Британии, Перу. Вот. Перемирие закончится в 5-м году. Есть маленькая вероятность, что Британия под 100 счета не попадет, даже если мы ее всю то есть мы ее всю съесть не сможем. Есть такая вероятность, в таком случае придется нам однажды перемирие нарушить. Ну, вообще, у меня в голове есть мысли, что будут такие нации, с которыми нам придется нарушать перемирие. Будем надеяться, что их будет немного. Потому что стабильность лучше держать, ну, хотя бы ноль. Если уж не получится плюс 3 держать, потому что у нас беспорядки, у нас сейчас не очень хорошие. Потому что национализации вечные будут сейчас идти. Так, Груны с Шауни и Майами дружат. Щелкаем всех, валим тоже всех. У Грунов только одна крепость. Крепость на 1000. Кто-то там Шауни, это кто? Вот. Майами. Вы где? Так, это Голландия? Ох ты! Сраные грабли. Надо еще Голландию вальнуть. Кстати, ребятки. Это не сталь. А, нет, столица. Нет, все нормально. Голландию, получается, не уничтожили. А надо бы. Ладно, через месяцок. Тогда тоже ими займемся, подтяну. Сколько там? Гарнизон какой у них? 1000. Ну давай. Вот этих 16 тысяч пригоним. Я думаю, многое на них не будем кидать. Движение за побережье какое-то. Бахмания нас тут наказали. И к
тысячу... А, нам тут еще и не пройти. Ну, в принципе, минус 77%, значит, справимся. Ракану поможем. Ракан хороший. Вассал, я его люблю. Так. Синай под контролем госпитальеров. Ну, черт с ним, с Синаем. Мы сейчас осаду выиграем. Тут сейчас вон еще ульмы пойдут всякие помогать. Думаю, уж точно не помрем тут. Так. Тебе-то еще крестьян тут надо вставать, давай. Разгоним их. Флотилия сейчас доплывет. Учитонские какие-то претенденты там. Так, а какое у меня задание, кстати, не помните? Здесь как-то держава Тидуре. То есть тут еще держава Тидуре где-то есть. Ну-ка. Сейчас. Летопись, да? Страна. Страна. Тидуре. Вот он, есть. Живой еще. А, вот, короче, ребятки, Тидуре. Он здесь и имеет, по всей видимости, одну провинцию. Вот эту вот как раз. Мне что-то казалось, что там Гаити. Надо будет напасть тогда и на Тидуре. Сколько они... О, они католические, что ли? Нет. Странно что-то. Ладно, ну с Тидуре тоже потом разберемся. Они маленькие. И сладенькие. И очень слабенькие. Так. У этих сейчас перемирие закончится. Ублюдков. Так, 68-тысячная гать. Вообще фигней страдать пошла. Можно было бы тут, кстати, схитрить всю их армию, тут запереть и разбить. Просто мы не имеем достаточного количества кораблей, чтобы этим заниматься. Потому что тут где-то у них большой флот плавает, который, помните, запирал Малакку. Поэтому надо быть поосторожнее тут так. Муку-муку взяли какой-то. Там уже 21% по счету. Шикарно. Оправдаемую войну. Вот это клево. Хороший модификатор. Не помню, на сколько лет. На 20-25, по-моему. Так. Гурон выиграли с Сундатом. Какую-то дичь у нас взяла. Так, вот они, Майами. Иллинойсы. Так, кто там еще нужен нам? Вот эти вот. Типки непонятные. Мы еще, кстати, с Пауни и Шаенами не повоевали. Каик еще тут живой. Мексика, Пауни. Так, ну у них уже такие союзы нехорошие. Поэтому надо будет разбираться так с испанцами. Ой, еще долго перемирие с испанцами. Ну, у них две провинции остались, помните? Ну, у них все съели. Больше ничего у них не будет. Сейчас доплываем тут, пойдем потом отжимать вот эту крепостень на 8000. Сунда 27 левел в технологиях имеет, они отстают достаточно сильно, у нас уже 31 или 32 уже последний сам, я не помню. Что? Дамаск взяли? Дичь, слушайте. Придурки, вы зачем туда пошли? Ой, они сейчас пойдут. Выйти. Надо их остановить попытаться. 14%, ну-ка. Давай вот так сделаем. Вышли мотряд. Женщина Ниагара. Сюда надо генерала назначить какого-нибудь. Давай вот этого. С огневой мощью, который хороший. Так. Ну, это не фатально. Так, там, кстати, советничка можно найти на нас беспорядки. Нету его? Нету что-то. Давайте поувольняем. Денежки у нас пока есть. Можно этим делом заняться. Выиграли осаду. Выиграли еще одну осаду. И там Сунда что-то взяла. Так, из Майсура. Тут сейчас возьмем.
А, вот еще крепость здесь. Но нам туда пока не пойти. А, вот сюда можно. Отлично. Так, ну и тут у меня 42, ну, там 1000 человек буквально. Вот можно на подмогу пригнать, да и хватит. Так, крепостень теперь вот это, да? 8000, 8, 8, тут, наверное, тоже 8, да. Я не помню, кстати, где Сунда находится. Ну, в смысле, по дефолту. По-моему, эту нацию можно провозгласить. И она где-то у нас как раз на месте, где Бруней живет. Может появиться. Вон, смотрите, их 99 кораблей флот. Ну, в принципе, у нас около сотки боевых кораблей, у них намного меньше. Так что, в принципе, проблем таких прям не вижу. Так, вся ересь. Куда в туристов пролив идут? Это где? А, туда. Ясно. Так, мы тут что можем? Можем еще людей накидать. Тут 60 тысяч. Можно вот этих, значит, забрать отсюда. В принципе, отправить и сождать, вот, допустим, вот здесь. Сунда очень отстала в технологиях нация, поэтому мы имеем шансы задницу и надрать эффективно. Так, сожжение за какое-то море выиграли. Выиграли осаду Бида. Отлично. Так. Ох ты, 50 тысяч доставал пигунских сепаратистов. Так, Аракан. Так, Аракан 30 уровня. То есть, по идее, вот эти 22 тысячи огребут. Так что надо. А, вот, 46 у нас тут есть. Они и без генерала справятся. Вот отлично. А вот этих ребят оставим тогда здесь, они еще с тебе там разберутся потом. Так, ну Аракан молодец. По-мужски держится тут. Не то, что всяких харизмы там до твиги. Теперь меня бесили жутко в свое время. Так, там, кстати, крепостень взяли какую-то. Пошли осаждать, точнее, тибетцы. Мы поможем. Так, этот. Галя. В связи с Тирху там. Бенгалии еще довольно много, поэтому надо дождаться срока в перемирии, как раз 10 лет останется с Бенгалией. Мароки большой уже не должно быть. Крепости. 0, 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 1250. Вот так вот, отлично. У Тирхута тоже 1250, так что нормально. Ой, так что Бенгали одно из последних умрет. Выиграли осаду Чилликоти. Так, а вот и голландцы сладкие мои. Так, тут, наверное, вообще форс бахнем. Потому что неизвестно, как они по шустрости будут. Так, Иллинойс взяли, кстати. Тут, да тут уже с половиной, думаю, договариваться можно. Так. Ну-ка. Где индейцы мои? Шауни это кто? А, вот эти вот типы. Шауни вроде мертвые. Ну-ка. Да, мертвые они тут. Так. Саску. Хуемок мы еще не трогали, так Майами, City in the USA, тоже, нифига, так, Гуроны, видимо, тоже, а с кем еще там воюем, Иллинойс, США, а, только с ним-то и воюем, так, давай пополам тут сделаем, пойдем порядок наводить, так, тут идут, можно уже нападать, наверное, на Ливонов,
красивые такие. Сейчас только месяц пройдет, чтобы не добавились люди у них. Вот, все. Так. Не буду дать дикарей, отковальных поселений. А там у нас уже... А, можно было вот эти 2000 сюда пригнать, что-то я не подумал. Ладно. Так, тут берем форс. Все. Так, Леоны. Здравствуйте. А, нельзя бить войну через месяц после начала предыдущей. Уголя сразу принца Чанда. Чунга Чанда. Так. Что там еще нужно отжать-то у них? Сюда пойти. Сюда пойти. Да и все там. Последние крепости осаждаются. Тут уже 49%. А, слушай, я про этих забыл. Так. Давай-ка назначим еще одного генерала. Или давай-ка в идеи залезем лучше сначала. Так. Вступательные идеи я взял. Там досадного умения как долуны пешком, вот это вот печалька. Не будем назначать тогда генералов, будем идеи набивать, чтобы в финале, если какие-то крепости остались, чтобы мы их взяли быстро, потому что насадное умение, я насколько помню, очень хорошая идея, там осада чуть ли не на 50% быстрее идет. Вот так вот. Так, с ливонцами придется еще недельку подождать тогда. Вот, все. Теперь с ливонцами точно разберемся. А, объявить войну? Надо только посмотреть, куда они сдриснут. Купить папку, этих на форс приготовим. Потому что не знаю, куда они уйдут. А мы их разгромили. Шикарно. Тогда форс убираем здесь. Эй. Слишком мало войск сождает провинцию. Вы что, упорулись, что ли? Эй, выиграли наконец-то ту южную осаду. Здесь крепости нету. То есть пробиваемся вот сюда. Так, тут транспорт. Вот сюда. Ну и вот эти 5000 пусть помогут с этим. С столицей. Всеми делами, которые тут. В принципе, крепостей-то у них не так уж и много, если подумать. Примерно как у Перу, когда мы впервые на него напали. Мандала или Мджоу Снайвери. Что-то там еще какая-то лабуда выскочила. Что-то про индейцев, по-моему. Ну-ка. Давайте-ка глянем. Так, а это кто такие у нас тут? Гаитянские сепаратисты. Ищи гарнизон. Слушай, надо... Надо тут помочь им как-то. Это он что, 5 транспортников? Давай вот. Вот здесь перевезем. Потому что эти ублюдки могут дотянуть до того, что гаитяне угодятся. Какие-нибудь. Макуэ нанесла урон, не успели мы чуть-чуть. Поселенцев тут уже, господи, 897 человек. Так что нормально. Так. Все, Майами к смерти готовы. Денежку платите. Отправляю требования. Кто у нас еще есть? Шауни. Название такое прикольное. Так. Все, нету больше Шауни. И Иллинойсы еще были, да? Вот Иллинойсов тоже не будет больше. Кстати, дипачки не снимаются за них. Отлично. Выиграли Чизаник. Что-то там находится под контролем Речи Посполитой. Что-то у Гурунов, по-моему. Так, Голландии тоже больше нет. Деньги платите. Свидание. Хрена себе, у этих вообще крепость есть большая.
Надо на крик напасть будет. С готовностью держать войска тут большие. Так. Ну все, топаем вот сюда. Куда, господа? Вода, ну. Она, короче, сюда идет. Я вижу. Да. А, вот эти все-таки пошли давить сепаратистов. Молодцы. Я уж думал, они никогда не решатся этого делать. Так. 0% эти идут. Тут вообще форс почему-то включен. Так. Сейчас эти доплывут, и мы можем супер-пупер-мегаплан реализовать. Так, северная какая-то хрень под контролем. Опять Макуи атаковали, но мы уже готовы тут. Все, поплыли. Конго под контролем, там госпитали что-то сдаются. Дурай, мы выиграли. Тут эти ублюдки, они почти дошли. Так, Оттава под контролем. Там еще что-то осталось. Госпитальеры. Ну все, с гуганами, по идее, конец. Да, они признают, что они мертвые теперь. Так, претензий, да не надо, пусть будут. Вот по этой броне. Вот. Да, так непривычно, когда у тебя автономия другого цвета. Совсем другого. Так, у Аракана все хорошо в данный момент времени. Тут минус 7%, тут минус 56%. 24 мая прибудут. Еее, мы успеем. Обломитесь, ублюдки. Далее, как мы. Шустро. Так, ну что. Теперь вот эти ребята будут заперты, еще и истощаться. Так что поздравляю. Они будут в ловушке, так что мы тут вот эти вот крепости быстро осадим и пойдем их перебьем. И нигде, по идее, они уже не угодятся. Флот у Сунды тут где-то плавает, надо быть поосторожней. Если я захочу отделить транспортники, возможно, мне это понадобится. Да. А, вот, кстати, у меня транспортники-то и... А, слушай, у меня же вот что есть. Специально для таких упоротых случаев я хотел тут флотилию накрафтить. Вот. Давай, место сбора Вэньчжоу будет. Какие мы еще корабли не выделили, сейчас пригоним тут. Так, тут вот еще три корабля. Вэньчжоу. Вот этот. Так, мне тут вопрос задали. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем, не отходя от кассы. Я тут успеваю и на вопросики отвечать, и играть. Играть сегодня буду очень долго, потому что еще надо еще один будет эпизод сделать. Вообще, можно и эпизоды наделать. Точнее, не наделать, не делить на эпизоды, можно было бы сразу запилить эпик
часа на 3. Но мне потом фиговато от этого будет. Поэтому не хочу. Не уровня Гошана какого-нибудь, чтобы снимать так долго. Мне плохо становится после этого. Очень. Поэтому перерывчик сделаем, потом с новыми силами. Так. Вот. Больше 2 часов я не могу. У меня голова болит потом. Так. Выделяем. Ну все вроде. Тут еще и транспортник есть, но не нужен. Нам будет. Так. Продолжаем. Розетта под контролем. Речпосполитой так. Флот пришел. Так. Как там советники? Уходились какие-то? Нет? Стаби. Вообще на плюс 3 нету. Пошел в баню. Всех уволить. Выиграли осаду какую-то, непонятно. Все. В общем, тут осталась у нас только вот эта крепость. Ну и добить Бахмани. Вот на этой позиции. Конец. Да. Изи-бризи. Минсквизи. Выиграли осаду Пакуана. Ну, я думаю, что это и не удивительно. Тут уж больно легко должно было быть. Все-таки столицу они не укрепляли. Так, а как там, кстати, дела с ливонцами у нас? Минус 70%, учу, боролись. 1000 человек, блин, минус 70%. Вы мне тут не потрясеньте. Так. Ну ладно, давайте я тут 1003 переброшу к вам. Пушки. 3 пушки. 3000 пушек. Так. На Ла-Манче гарнизон 1000. Я просто посмотрю испанцев. Кстати, нам еще надо будет воссальнуть Папскую область. Ну или съесть ее. В принципе, уже всем будет похеру. Когда я сориобъединю, что антипрепу какая-то бяка будет. Вот. Ты ж нормально. Сход то поздня. Так. Стул админки. Или мы не можем ничего поделать. Мы ничего не можем поделать. Все-таки строительство желательно, но не обязательно. По поводу ачивки на эти строительства я вот честно не помню. Я очень давно смотрю всякие ачивки. Может подобное есть, а может и нету. Может она просто за один глобальный проект выполнена, а не за все сразу. Не помню. Вот. Честно говоря. Кстати, вот это они, наверное, не успели национализировать. Да, дали. Не успели национализировать. А вот это вот успели. Ну, зато за вот это, получается, будет дешевле стоимость. Тут вот Саксония пришла, 83 тысячи. Было бы клево, если бы у кого-то была возможность тут съесть, потому что всю сунду я, наверное, подавлюсь ей. Потому что мне еще Тернате лопать. Так, давайте, кстати, посмотрим, что можно будет у сунды взять. Надо взять маленькое что-нибудь по совершению, во-первых, вот это вот все. Так, и вот этот островок надо начать хавать. 68 по совершению. Нет, слушайте, вы не прикалываетесь, мне тут надо будет мне это кому-то продать. Какие-то территории мне надо будет продать Иракану какому-нибудь. Или, смотрите, тут еще Мальдивы есть. Можно на них напасть. Можно будет им скормить, попробовать. Дешев. Потому что это все надо отжать. Но вы видите, какое это сверхширение будет жесткое. Это будет очень жестко для меня. Да. Так. Там еще пишут, что требование всех провинций обойдется слишком дорого, еще 191, да? Ну, благодаря военному счету от провинций все будет намного дешевле, просто... Просто вот такая вот грусть, печаль получается. На сунду, получается, нам придется нападать несколько раз. А
выиграли осаду Тиуневели. Все, с Бахманями мы закончили. Так, передаю что-то Австралии своей. Польской. Так, глоточек сделаю живительный что-то. Пересыхает в грушке. Пепси Лайт, ну и кого и. Да и на вкус нормальная. Так. Далее. Вот это вот все. Передаем. И. Ну, давай. Вот эта вот крепость будет пограничной зоной, типа. Гдели. А, нет, слушай, вот это все придется брать, потому что тут Дели дальше. Да-да-да-да-да. Больше с Бахманями мы воевать не будем, иначе перемирие будет нарушено. Да вот это все отдаем Польской Австралии. Так, а вот это отдаем Дели. Я думаю, что все эти территории удастся оттяпать. Вроде у них развитие не очень такое уж высокое. Так. Ага, Бахмани. А почему не 100? Интересно. А, посмотрите, вот еще есть территория. Забыл по ней, сорян. Сейчас будет. Бедские крестьяне в Манпае. Пофиг на них. О, внутренние раздоры у тебя-то пошли. Ну, внутренние раздоры, это вроде с крестьянами дичь связанная. Сепаратисты. Это другое, потому что у марокканцев сейчас были внутренние раздоры. Все обошлось. Так что. И тут все нормально будет. Так, что-то страшное сейчас случилось. Так. А вот это не передать. Это придется забирать себе. Ну ладно. Так. Хорошо. Договариваемся. Ну если. Если все-таки Бахмани окажутся слишком дорогими. Это не судьба тогда. Так. 3, 11, 21, 27. Так, надо крепости отжать однозначно. 33, 41. Так. 52, 54. Вот сюда. 72, 78. 84, 87, 90. 93, 97. Бахмани исчезают. Вот и отлично. 8 совершения, не фаталити. Делийское желание свободы 65%. Дели, ты опух. Давай с тобой отношения подтягивать. А, с ним агрессивное расширение минус 500, потому что... Вот в чем фич-то вся. Ну, хочешь жить, Дели, умей вертеться, иначе мы тебе жопу надерем. Так. Бенгалия заключит договор поддержки независимости. Бенгалию мы раскатаем. В каком? В 811 году. Так что... Лучше бы не вякали. Тех тут еще. Выиграли осаду принца Газа. Осталось, короче, вот это взять и вот это. Сколько у меня совершений сейчас? 56. А, ну тут сейчас НТДДН будет. Через пару месяцев. Кутай взяли. Название такое. Почти Китай. Так и Кутай. Так. А, этот НТДДН и случился, да? Решение 8. Ну вот и слабо. Так. Госпитальеры, готовьтесь к смерти. Там потом будет, видимо, ивент, что госпитальеры на Мальту убегают. Надо будет
Не допустить этого. Так. Сейчас начнется самое интересное. Вот эти кораблики мы отправляем вот сюда. Чтобы пока мы вот этих ребят забирали, мы никого случайно тут не потеряли. Принцесса Иерусалим под контролем, все, осталось вот здесь. Там, дожать чуть-чуть. Терната еще выиграли, да? Да, нам очень нужны эти транспортники. Но тут вот эти вот видели, 119 тысяч. Ой, 119 тысяч, 119 кораблей плавают. Предприятие опасное. Поэтому надо, чтобы транспортники с эскортом плавали. Синай под контролем, все, госпитальеры, до свидания. Так, 18, в принципе, по совершению они не лютые оказались, совсем не лютые. Еще и деньги у них есть, отлично просто. Так. Только с претензиями меня еще могут. Требования отправляю. Все, у инсталлизашки теперь. Газета. Газерсалим. Все. Так, по поводу сунды надо будет подумать, конечно. Что-то я... Так даже не... А, слушай, есть у меня идея одна. Так, Испания. Когда у нас с тобой закончится перемирие? Ой, долго. Вот это плохо. Просто есть у меня идея одна. Отдать эти провинции Испании. Для этого мне надо будет, короче, отдать... Звание Иерусалима, кстати, есть. Отдать, короче, вот эти территории, которые мы у них назахватывали, вот эти островки. Чтобы они могли национализировать. Потому что 199 совершения, я такое только однажды набирал. Там, по-моему, даже 250 было. Это было за Австрию. Люди помнят, наверное, кто видели это поражение, что это для меня большой болью чуть не закончилось. Да. Каким бы большим государство ни было, лучше больше 150 не брать. Потому что потом вообще жесть идет. Так. Да и то, 150 это для всяких психов, которые в ВК хотят сделать. Если играете через развитие, лучше больше сотки и не брать за раз. Так. Вот. Так, а вообще у меня есть идея одна по поводу Гаити. Ты у нас когда? 800-й, а Великобритания у нас когда? 805-й, господи, черти когда? Почему все в 805-м? Я не понимаю. Так, можно было бы раскормить пару новых вассалов. И все очень крутяк было бы. Так, все, кстати, корабли пришли. Один из отрядов отправим сюда. Один из отрядов отправим сюда. А, ну и все. То есть вот, вот два отряда у нас тут есть. Их сюда я отправлю. Так, вот. Так, вот, вот, этот, вот эту большую флотилию мы пока сюда перебросим. Но надо следить еще и за маленькой, чтобы не пришли какие-нибудь козлы. Так, а тут у нас гипачки, да? Ну ладно. Тибетские дворяне. Так, Тибет, у тебя там... Все хорошо, вроде да. Ой, набастовали. Набастовали. Ну, такое бывает иногда. Так. 49% тут пока. А, что-то я затупил надо. Вот так сделать. Оп. Итак, погрузиться. И теперь вот сюда. Кто-то еще набастовал, дворяне какие-то. Транспортировочка, кто там? Леоны сдаются. Их еще не убили.
Так что не время сдаваться. О, с Бреттанью перемирие к концу подошло. С Бреттанью легко будет. А у нее, как мы с вами договаривались, вот, вот эти территории остались. И вот здесь еще немного. Ой, революционеры набастовали у этих австралийцев. Надо будет им потом подмогу скинуть. Видите, тут Сунда просто бесится. А-а-а, слушай, это опасно может быть. Надо сюда будет боевые корабли пригнать. Когда людей скинем. Потому что это реально может быть опасно. Меняем курс. Доллара на курс евро. Так. Граждане бастующие. Больше всех хочет бастовать только Дели. Больше никто. Ну и нормально. Так, там тибетцев сейчас успокоят. Тут еще набастовал кто-то у Польско-Австралии. Да. Никогда такой дичи не видел, чтобы Австралия добиралась до Индии. Клеви доплыл сюда каким-то макаром. Сражение за Дэш. Люди пробуют новые религии. Ну, с технологиями нам уже, в принципе, ничего и не надо. Главное, что военка нормально действует. Да и все, так еще набастовали какие-то чуваки. Ну, с ними спокойно уладимся сейчас. Выиграли. Таракан. Название такое интересное. Так, а здесь нам придется плавать. Да. Вот, так что... Идем сюда. И будем плыть. Что еще остается? Слушай, вот эти революционеры. Надо срочно сюда флот увезти. Так. И так. Там осаду какую-то выиграли сейчас. Вот этим ребятам команду дам на разгон. Так, ну тут крепостей, к счастью, нету лютых никаких. Так что сепаратистов этих мы положим. Это не сепаратисты, это революционеры. Они максимум, что сделают, губернатора поменяют. О независимости, по крайней мере, никто бы вставать из них не должен. Так, вот. С Папской областью перемирие подошло к концу. Ну, повторюсь, Папская область будет последним нашим завоеванием. Всю Европу мы с вами покорить попробуем, если не окажется, что мне придется вынужденно захватывать. То есть вассалить Испанию. Так, продолжить мир. Ливоном. 28 совершения. Все, требования отправляю. Ливонов больше нет. Ну, нет больше ливонов. Печалька какая. Так. Держи. Ну давай сдержим. Тут не появился никто. Надо беспорядков поувольняем еще. Посмотрим. Надо кого-нибудь, кто нас беспорядки уменьшает. Так, слушай, тут какой-то хрен появился. Зинжоу в устной вере. Вот эти 15 пусть тут походят, побрудят. Тут вот этих ребят сюда пока перебросим. А, 3000 всего. Мне что-то показывает, что их там дофига и больше.
лишились национализма с Мексикой французской. Так. Как там дела у нас? Не бастуют в гигантском объеме? Нет? Вот эти господа в связи с чуваками, чуваки в связи с... О! Вот, отлично. Я тут новую жертву подыскал. Тут он клеви... А, не клеви, это французская Мексика. Прикольно, у французской Мексики флаг как у клеви. Так. Из чего это мы не можем тут пойти? А, да-да, сейчас. Тут одну фичу надо было дождать. Так. В живых у нас еще Сиу, да? Сиу без никого. В друзьях Пауника, Рика, Шайены. Шайены с Великобританией. То есть мы можем только Сиу пока повоевать. Из оставшихся индейцев. Так, там Мексика не упарывается, крепости не строят по миллион штук. Да нет, вроде ни одной не вижу. Слава тебе, Господи. Так, а это наша, не путай. Так. Ой, смотри, тут... А, это польский Вест-Индии. Я уж офигел тут. Тут вот у Кубы осталась вот эта территория, насколько я помню. И еще парочка тут. И про Колумбию не забываем, у них еще немного есть. Так, Колумбия, перемирие. Перемирие с ними скоро закончится, пойдем. Там-то нападем спокойно. Упадок местной торговли. Ну, депочки еще можно заплатить. Так. Так, а вот эти вот Мальдивы, мне вот интересно. Нет, они индийские. Вот это плохо. Плохо, что Мальдивы индийские. Так, а вот этот? Вот это чудо у нас тоже. С технологической группой, а не западной. Это плохо. Очень плохо все. Есть идея у меня продать Аракану с Тибетом территории тут. Просто если мы 190 наберем, или 200, это будет... Это совсем печаль для меня будет. Бастовочек будет море. Потому что советника у меня нет на беспорядке, на снижение. А вот, появился. Он плюс 2 админки дает. Так что начинаем все по новой. Будем каждый месяц проверять теперь. Потому что дядька на нас беспорядке нужен. Испанские сепаратисты, и выиграли мы еще осаду какую-то. А, эти революционеры сраны еще же. Ой! Так, слушай. Это сейчас будет очень больно, мы потеряем транспортники, возможно. Нам придется вот этих выпустить. Ублюдков. Потому что в противном случае тут жесть произойдет. Так, или попробуем сделать по-хитрому. Один оставим. Давай. Так, эти с нашими дерутся. Тут доплыли. Транспортируемся. Малакский сепаратист. Так, подожди. Слушай, у нас еще испанские же постановили там. Я что-то забыл про них. Секундочку. Так. Больше никто бастовать-то и не будет. Особенно в больших количествах. Так, вот. Ребят, положим. А вот эти суки, они могут дальше пойти, кстати. Вот
вот эти транспортники надо прямо сюда спрятать. Чтобы проблемы его свели под контролем испанских сепаратистов. Фига себе, мы захватили корабль. Клево. Вот эти пойдут осаду вести. Выиграли осаду гуронов каких-то непонятных. Ну все, по идее. А, нет, не все. У чуроков тут не взяли еще вот этот. Ну, штурмануть можно. Кочица или Камск в Сневере выиграли. Осаду Кочига надо прибеждение. Так. Договариваемся. Значит, сначала чуроки. Эх, смотрели бы лучше мое предыдущее прохождение за чироков. Эти бы чироки знали бы тогда, как развиваться. А так они в какую-то задницу скатились. И славно полякам уступили свои территории. Кстати, плюшки от папы скоро мы накопим. Можно будет спокойно без нарушения, с нарушением перемирия воевать. Тут нам кто-то да нужен. Надо кого-то сюда пригнать поскорей. Вот, например, на форсировочку. Потому что если они туда пойдут, это будет невесело. Там у нас как дела дошли, господа, почти. Пойдем на силу. Играли там особо Макасага. Сюда идем. Так это кто такие? Это мы. Ясно. Силу, до свидания. Все, силу мы разгромили. Форс можно убирать тут. Спокойно абсолютно. Так, а у Кубы, кстати, союзников вообще нету. То есть перемирие ждем, нападаем. То же самое будет с Колумбией, да? До этого надо еще дожить немножко. Чили, 700 идут, Перу. 705. Учили союз Великобритании тоже. Неудобно немножко. Ну вот. Ну, в принципе, да. Мало кого осталось добить. Надо бы, наверное, на Дзин напасть, на Лян. А то эти ублюдки тут вон крепости начали возводить. Хуакин. А, Хуакин-то изначально крепость тут была. Я забыл. Ну, Лансанг еще напасть же надо. Так, Исиака сюда, а потом вот сюда. И форс отрубим потом. Тут сейчас победим, загасим этих, пойдем в крепость очередную. Тын-ты-ды-дын там пошел. Измученное войной население. Традиции, ладно. Пусть упадут. Испания, иди в баню. Выиграли осаду карты. Значит так, вот сюда, а потом, а вот сюда. Здесь сейчас победим, пойдем на остров Яндину, а потом здесь победим. А, пойдем даже не знаю куда потом. Наверное, все крепости мы добьем тогда. Надо, кстати, пересмотреть то, что мы хотим взять у Сунды. Потому что я хочу взять чуть-чуть по-другому. Сейчас очистить. Мы возьмем по крепостям, во-первых. Так, сейчас вот эту.
Вот одна была, да? Вот эту. Слушай, что-то дешевки какие-то. Даже сверхширение не дают. Так. Ну, здесь, конечно, сверхширение будет не маленькое. Так, вот это. Это крепость? Нет. Нет. Столица без крепости, на нее можно забить. Вот это надо взять. Вот это. 69 по счету уже. Так, вот это. Вообще свершение не дает. Вот это 88 уже по свершению. Так. Это терната. Это не то. Так, какие еще крепости остались вот здесь, да? Это у нас сверхширение где-то 123, да? Понятно. Вот это вот все надо вот точно отжать. Так. И посмотреть, кому это счастье можно продать. И потом вот так, наверное, возьмем островок целиком. Плюс, что еще взять можно? Вот это, наверное, сверхширение не даст. Нет. Еще как даст. Так. Ну-ка. Там ничего у них нету. Ну, тогда вот здесь, чтобы пройти, можно было спокойно вот так. А, слушай, вот так уже много. Вот так-то. Вот и все. Так, а надо будет что-то продать. Какие-то провинции. Из этих придется продать. Тибету, Аракану. Польская Австралия, если получится. Вот так вот. А вообще идея есть. Слушайте, есть у меня идея завассалить Бреттань. Есть идея завассалить Бреттань, всю эту срань передать Бреттань. Вот как. Бреттань, по-моему, идеальнейший тут кандидат на кормление. Так что думаю, что надо тогда на Бреттань напасть. Объявляем войну. Только эти австралийские территории у Бреттани отдадим Австралии нашей. Вот так вот. Бреттани не напали. Так, союз у нее-то. Да, союзов у нее нет. А то я что-то тут забыл. Есть у нее союзы? Нет. Так. Эти господа уже осаждают вовсю. Прям перед носом, блин, был идеальный вариант у меня. Я его чуть не видел уже, наверное, с полчаса. Или сколько мы там играем? Полчаса 45 минут, как-то так, наверное. По внутренним часам моим. Так. Сколько там? Сейчас ТНТДДН еще случится дополнительно. Слушай, надо устройство войны понести. Вот. Кстати, а с Гондваной, когда перемирие закончится? 2.11. Ясно, с Бенгалией тоже получается 2.11. Сиу шмякнут. Отдаем его. Непонятно кому. Канаде или Луизиане. Кому-то из них. Победили Бреттань. Так, Сиу стал частью Луизианы. Кто там у нас, значит, Шайены и Пау не остались, и Крик еще. Крик в союзе с Мексикой. А у Мексика перемирие 808 год закончится, известно. Ну, надо подождать тогда еще с ними. С Мексиками этими всякими. Гаитянами там уже. Там уже закончили-то почти. Британия-то хоть крепости не начала фигарить, лишь херею потом. Нет, нормально. Просто посмотрим, что у Британии. Знаю, что в Африке парочка осталась. Так, Нахт, Лотиан, Йоркшир. Тут у них вроде крепостей-то и нет. А какая столица у Англии? Что-то я не посмотрел. Вот здесь, что ли, какая-то? Ну-ка, давай вот так. Нет, столица у них Линкольншир. Нормальная столица, в принципе.
Перемирие закончится в марте 805 года, то есть через 5 лет мы нападаем. Вот, когда все ТНТДДны произойдут, мы никого атаковать дополнительно еще пока не будем, потому что с судой скоро договариваться. Мы себе где-то под сотку совершенно оставим, остальное сдадим, как дедушка Ленин. Вот так вот. Фак-фак. Под контролем. Такое название, конечно, интересное. Значит, Бреттань нам надо завассалить. Тын-ты-ды-дын. Газета. Бенгетта. Иерусалим. Новгородские. Орлы. Пошли. Так, имеешь Чили. Чили у нас с кем? Союзи еще разочек. Только с Британией. Ну, ясно, значит, мы пока с ними не можем разобраться. Тут, кстати, можно помочь Австралии. Разгрести то, что они тут начудили. Да, кстати, надо посмотреть, сколько у Тернаты. А, восставлен... Да, ясно. Короче, с Тернатом пока не будем договариваться ни о чем. Только с Сундой. Терната будет в следующий раз. Так, к Крику приготовим тут войска. Так, с Испанией у нас... В 800-801 году как-то так должен закончиться все, да? Хотя бы 805-го. В 5-м году, понятно. Так. Тибет, ты у нас тут... А, Тибет у нас тут еще не все национализации начал. Поэтому Тибету вообще что-либо отдавать опасно. Я подумал уже на Лансанг нападать. Нет, пока рано. Лансанг пока рано. Так, эпохи. Пока еще протекторат наш. Понятно. С Малаккой, кстати, когда перемирие закончится? 711 год. Вот как. В общем, Малакку надо будет захапать. Иначе проблемы будут серьезные. Перемирие с Гаити. Так, с Гаити перемирие, это что? Но не с Британией все. Так что, не вариант пока Гаити. Так, вы, господа, у нас вообще черти куда идете, а вы вот в лае, да? Понятно. Так, тут просто корабли друг с другом повстречались. Ясно. Так, с Бреттани уже 74 счета, ну-ка. Ну-ка, Бреттань, сколько ты сверши... А вся Бреттань, в принципе, сверширение в себе не таит, то есть... То есть мы вассализацию от нее потребуем. И... А, вот это вот еще отдать надо, точно. Вот это вот. Раз, два, три. Это будет по 40 счета. А, слушай, тут вообще предлагают, смотри, как 39. Так, так. Не, они все равно так не согласятся. Даже таким еврейским способом. Ну, ясно. Но лучше у них много территорий не отбирать, чтобы хоть какое-то развитие у них было. Вот. Злое сражение выиграно. Так, вот это вот флотилию веселую надо сюда отправить. Помочь новозеландцами, ребятам. К сожалению, за Котчи так. Индусы взбесились. Лая под контролем.
Сейчас тут доплывем, пойдем потом помогать. Маданг там давлем, слежим за выиграли. Все, Бреттон там свой перемирие навязывает мне. Так, ну давай, короче, как сделаем вот это. Вот это тогда оставим Бреттоне. Ну вот это заберем для красивых границ. Или лучше не надо. Не, пусть будет у них все-таки. Так, Лайма, Данк, Тимару. Так. Все. А, вот это еще не забрали, да? Вот это попрошу. Так, вот три парац. Польский вассал. Все нормально. За полиции это не нужно. Денежку платить не надо. Бреттань мой вассал, я ей продам там какие-нибудь территории. Так что все отлично. Бреттань мой вассал теперь великий и ужасный. Кстати, у нее не очень такие уж убийственные эти всякие. Надо отношения так тянуть с Бреттанью. Неубийственные совершения у Бреттани. Так. Тут уже 21 по счету, там потом поколбасим запертый отряд неприятеля. Все будет в ажуре. Все будет в ажуре, Вася. Так, Сибу, это что такое? Ага, понятно. процентов уже. Бай выставили, еще ехи. Умер дядька из Клеви. Да, кстати, там у нас на нас беспорядки появилось что-нибудь? Нет? Нет, что-то с нас беспорядками вообще беда, так еще и плюс 3 советников нету. Так, вот. Господи. Всегда прошу шумоизоляцию, а ее нихера не делают. Ну ладно. Я надеюсь, что не очень слышно. Выиграли осаду в Бугу. Где тут флотиль? А, мы же мы хотели флотилию уже на Бреттань, чтобы сюда. Да, но это уже не нужно. Ладно, давай, короче, в островочек этот отправляемся, осаждаем здесь. Все крепости осадим, 99 счета набьем. Это информация сотка, как говорится. Выиграли осаду. Блэм, хрень какую-то. Пойдем убивать. Не смею рать сунды. Хм. Требование мира, кстати, уже пошло. Так что надо заканчивать тут с ними уже. Ну вот как раз вот эти три крепости берем и конец. Сунге. Тернадские крестьяне что-то там отжали. Так, тут надо... большой отряд сюда отправить. А, сунда мешает. Сейчас. На островок, значит, сначала. Потом нашими галеонами махачу строим. Кто круче. Новое управление. Послать новое управление. Так. Нет уж, спасибо. Нет на это времени. Так, теперь плывем вот сюда. Умер дядька из Марокко. Дын-ды-ды-дын случился. Наша слава. Престиж на 5% увеличится. И
Япония предлагает династический брак. Мы выиграли осаду вот здесь. Просто шикарно. Так. Эти сюда. Эти сейчас-то идут. Махач объявляется открытым. Давайте сюда и тупить. А, без потерь. Так. Япохи там. Вообще нам брак династически предлагают. Давай согласимся, если они... Да, протекторат. Все нормально. Да. Сейчас, минутку. Опа. Бабам. Хоть какую-то шумоизоляцию создать надо. Ай, не успели. Осаду выиграть не успели. Ну ничего, сейчас. Отобьемся. Отобьемся, господа, товарищи. Там 100 человек защищается. Так, здесь, чтобы истощения не было. А, мы еще ж столицу этих псов не взяли. Надо будет. Надо будет исправить этот пробел. Так. Значит, флотилию сюда надо перебрать. Так. Там еще кому-то сюда зайти надо. Сейчас. Выбочку надо будет временно отключить. Попросили. Так. Поехали. Сексюня, что ты там? Сунда продолжает свои миры навязывать. Тут у нас как? 99 человек не могут вынести. Неудачники. Удачники, неудачники. Так, худ поддержит независимость марки. Ничего пока не изменилось тут. Принцип пост под контролем Речи Посполитой. Гаити воюет с Малаккой. Ну, кстати, это интересно. Потому что если Гаити что-то оттяпает у Малакки, мы сможем это присвоить себе при ближайшей войне. Инкуан под нашим контролем. Так. Ага. Двигаем сюда. Ну, сейчас, в общем-то, заканчиваем мы веселые воевашки. Насчет эпизода не знаю. Сейчас я посмотрю, сколько съемочка идет-то. 1:23. Ну, давайте, наверное, закончим эпизод на Сунде. Посмотрим. Что да как. Так. Появилась обочка, да. Появилась. Ну, на репутацию правителя. А вот здесь депачки теряем. И первый снабери Тревизу. Так, а, еще один. Дядька-миссионер нам понадобится. Так. Вот. За Киндаль какое-то сражение выиграли. Ковали под контролем Речи Посполитой. Следующий эпизод будет на кучу воевашек, потому что перемирие со всеми буквально истекут. Жопу надирать мы всем пойдем после этого. Вот так вот. Мадура выиграна. Так, отправляемся сюда. Димак. Счет уже 99. Ну-ка, давай посмотрим. Может, уже сейчас получится договориться? Или нам придется вот эти две крепости ждать? Посмотрим. Да, они пока против. А, им принца Емдена именно нужна. В плане оккупации крепостей. Окей. Сейчас мы ее возьмем. Так. С юга она пришел флот. Можно, знаете, короче, как? Можно... Сейчас вот...
тут осаду выиграют, но вот эти 67 тысяч сюда перебросим, там генерал есть, все плюхи есть. Так что, нормально. А, слушайте, ребятки, а Тернаты это уже не вассал. То есть с Тернаты можно... А нет, нельзя. Ну ладно. Печалька. В таком случае. Умер советник по имени Ученый. Так. Ладно, давай вот этого пока на плюс один назначим. Пусть он будет. Он нас в беспорядке дропит. Это означает, что в принципе я смогу выдержать 150 своих расширения. Спокойно подбиваться тут. Транспортировочка. Малакка пришла Гаити осаждать. Все, тут осталось только... только довести вот эту крепость, добить. И конец. Все, Емден... А, Емдена это вот это была, да? Ну-ка. Да, они на все согласны. 156 совершенно говорят, да? Ладно, посмотрим. 2% еще можно натяпать. Но все, что 2% мы уже отжали. Вот тогда денежку просим. Так, да. В таком случае придется вот так сделать. Так, дополнительно. Ну, Стернаты и Сундой мы окончательно закончим. Уж точно не в 17 году, я думаю, мы перемирие нарушим. Хотя, хотя может быть и в 17-м. Если у них крепостей не возникнет к тому времени, мы посмотрим, что с ним можно сделать. 17-й год, это ведь 4 года останется. То есть надо будет просто шустренько сюда проплыть. Да и возможно тут какая-нибудь Малакка на них нападет, еще какая-нибудь царь. Так что нормально. Ладно, отправляю требования. Посмотрим, как тут и что тут можно будет сделать. По поводу продаж. Ну, а этот эпизод пока закончу. Я сейчас поставлю на YouTube грузить. Надеюсь, что он быстренько обработается, что мы... Чтобы вы успеете его посмотреть, не потеряв интереса, увидев, что тут... Вай, еще один эпизод пришел. Кто-то любит смотреть почему-то эпизоды, которые... просто свежие. А не посмотреть всю картину целиком. Ну, в принципе, я таких людей не осуждаю. Ладно. Сохраняшечку делаем. Вот. Посмотрю, с кем там сделки можно будет по продаже заключать. Ну, а на этом пока все. Увидимся где-то примерно в 805 году, когда закончится перемирие с Британией и с Испанией. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте палец вверх. Всего доброго, всем продолжения прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.